Друзья мои, всем привет! Только что обнаружила вот это вот дело. Очень рада вам показать. Посмотрите, какие маленькие улитятки оказались сегодня здесь у меня на подоконнике. Вот в этой вот лоханочке ползают и ждут, когда их покормят. Вот, значит, сейчас мы откроем это дело аккуратненько. Не знаю, как это сделать на камеру, потому что это дело, конечно, требующее большого внимания. Они же могут свалиться. Надеюсь, они плотненько сидят. Вот так вот смотрим на этих улиточек. Это все ахатина фулика. Мелкие. Я их потом посчитаю. Это молодой выводок. Вот они сегодня только вылезли. Раньше... Так, сейчас я положу эту крышечку. Здесь была кладка. Вот там в земле. Вот эту вот штуку, горшок, я дала на временное пользование ахатинам в их террариум. Горшок с цветком, с землей. Когда есть земля, они обязательно откладывают в землю яйца. Ну, если нет никакой почвы, никакой земли, конечно, они будут кидать яйца куда попало. А тут они отложили в землю. Я, значит, этот горшок сразу отдельно отставила и накрыла, вы видели, крышечкой, чтобы влажность там была высокая. Вот. И там еще были вот эти вот, ну, семена дыни, потому что дыни я их кормила. И они проросли. Я их оставила. Если бы не было таких проросших семян, следовало бы, конечно, туда накидать каких-нибудь семян. Потому что то, что растет, да, оно оттягивает лишнюю влагу из почвы. Вот, смотрите, они уже эти листочки все поели, дынные. Хорошо, я не знала, что они будут есть это дело. Ну, ладно, я рада. А может, они с голодухи, просто им больше есть нечего. А, сейчас я им дам поесть. Их любимые листочки малые. И еще пойду водички им принесу и мела. Посмотрим поближе, да? Давайте. Посмотрим поближе. Почему бы и нет? Так, как нам вас посмотреть поближе? Вот так. Видно? Вот такие гаврики. Слушайте, штук 200, наверное. Да? Я еще даже не смотрела на них. Вот с вами смотрю первый раз. Мох им понравился. Этого мха не было, когда улитки взрослые здесь ползли. Я потом положила. Была просто голая почва. Вот. А всякие там сфагнум и кора были отдельно. Вот в террариуме, где они жили, да, все это было. Там коряги, сфагнум, кора, все как надо. Вот. А горшочек был отдельно, именно как вот местечко, где земля лежит. Вот. А вот этот вот мох я положила уже потом, когда отставила отдельно горшок и обустраивала как бы все это дело. Понятно же было, что да, горшок должен месяц простоять, прежде чем они вылупятся. То есть я мхом прикрыла почву, и все это очень удачно. Мох дает кислород какой-то дополнительный, оттягивает влагу, и в то же время прикрывает, чтобы не высыхало излишне, регулирует влажность. Вот как-то так. Ой, ну их много, реально много. Еще же на крышке, да? Вы же видели, сколько их там было. Боже мой. И беленькие есть. И темненькие. Вот это вот блондиночка. Альбиносочка. Альбочка. Ой, какие малявки. Невозможно просто. Я вот первый раз на них сейчас смотрю через камеру. А это темненькое. Вот. Невозможные. Ай, козявки. Ну ладно. Буду их поить, кормить. Всем пока.